Меня зовут дядя Витя. Я легендарный, лучший ведущий на канале ТНТ-4. Шоу «Деньги или позор». Многие у меня спрашивают, дядя Витя, будет ли второй сезон программы? Ну что ж, я открываю завесу тайны. В данный момент вы находитесь в моем кабинете. Здесь происходит основной творческий процесс. Здесь я создаю шоу. Я кую репризы. Откровенно говоря, я устал. Я пишу здесь уже 4-й месяц. Я не выхожу на улицу. У меня вспотели руки от ручки. Я исписал 1000 бумаг. Я работаю. Ты помылась? Хорошо, иди, прыгай. Сейчас приду. Я вру людям, ты мне все испортила. Пу-пу-пу. Ну что ж, теперь вы все знаете. Конечно же, я ничего не придумываю и не пишу. Как всегда, будет чистая импровизация, а я пока забавляюсь с бабами. Ладно, удачи вам! Приходите в январе на канал ТНТ-4, будет новый сезон «Деньги или позор». Прекрасное шоу! Лучше, чем вы! Пока! Деньги, 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 деньги или позор. Деньги или позор.